Накануне праздника Курбан-Байрам в турецких городах открывается специальная ярмарка животных – Курбан-базары. Здесь мусульмане могут выбрать курбан – обязательную жертву, которую нужно принести ради Всевышнего. Сегодня мы на одной из таких ярмарок. Тут продают животных, которых дозволено приносить в жертву. Их выращивают специально к празднику. Это овцы, козы, бараны, коровы, быки, буйволы и волы. Сейчас мы узнаем цену и за счет чего она формируется. Bir hayvan 5 ile 10 arasında değişiyor. Hayvanın kilosuna göre farklılık gösteriyor. Şimdi hayvanı alıyorsunuz, aldıktan sonra kaparasını veriyorsunuz, belli bir miktar para veriyorsunuz. Para verdikten sonra bayramın birinci günü, bayram namazından sonra burada kasaplarımız var. Kasaplar onu güzelce yüzüyor, parçalıyor ve size teslim ediyor. Ücret 300 TL, kasap ücreti. Рынки открываются за две недели, чтобы каждый желающий до наступления праздника успел приобрести курбан. Турки любят ярмарки, потому что здесь можно поторговаться и сбить цены. На ярмарках устраивают конкурсы на самое крупное и самое красивое животное и проводят аукционы. Крупный и мелкий рогатый скот свозят со всех провинций. В Стамбуле такая ярмарка проводится в каждом районе, а в крупных их может быть несколько.